Привет, друзья. Орлан, стой, не двигайся. Подписчики моего канала немножко поработали на перекладине и пошли погулять с Орланчиком. Вот. И тут идут у меня философские мысли. Хочется поговорить о современных гонках молодых ребят за огромными мышцами. Вот. Кому нужны большие мышцы? Ну, давайте на чистоту разберем этот момент. Где нужны большие мышцы? На сцене, правильно? На сцене. Там. Ну и... Жопка, чтобы там, да? Попка, чтобы была там. Ну, понимаем, да? Стринги там. Полосочка такая. И стринга. Ну, для этого есть столько, а в жизни они же не работают. В жизни что они, где они, большие мышцы? То есть, я вижу вот здесь ребят, честно говоря, вот когда видишь такого качка накачанного, да, вот у меня тоже вызываются такие эмоции, вах! Ну, реально круто смотрится, круто, я не спорю с этим, очень круто, но я понимаю, что работать-то он не сможет, как он будет работать вообще, если... Ему же Санчес нужен, Санчес, жопу потирать и шнурки завязывать, когда уже это уродливо. И потом они же требуют большого количества кислорода, это просто нецелесообразно, невыгодно. Вот, большой расход энергии на них идет, затратность огромная. Да нет, смысл от них какой? По естеству тебе нужны небольшие мышцы, по естеству тебе нужны силовые показатели, скоростные, выносливость. То есть ты должен работать, а... Не чтоб тебе кто-то там шнурки помогал завязывать, да, и жопу подтирать. Всем добра.